Очень часто люди уходят в такую аскезу, и они вообще забывают себя идентифицировать как энергия, энергия всего, что здесь происходит. Почему? Потому что очень часто люди продолжают делить, не осознавая это, продолжают делить на хорошее и плохое. То есть любовь – это хорошее. Отлично, кондиционер включился. Но я буду погромче говорить. То есть любовь – это хорошее, да? И поэтому мы будем такие в изобилии любви. А деньги – это плохое. Поэтому мы будем просить, чтобы нам что-то дали без оплаты, провели какой-то семинар или курс без оплаты, сделали какие-то действия, еще что-то без оплаты. То есть все чаще и чаще поступают предложения: сделайте мне скидку, а давайте я не буду платить. А почему вы все это переводите в деньги? И вообще абсолютно все что связано с денежной энергией, это связано с инь и янь. Почему-то это настолько забывается, почему-то это настолько уходит вообще в никуда. То есть денежная энергия – это вообще, по большому счету, энергия любви. Это сердечная чакра. Деньги – это сердце. И мы с вами как-то… У нас был марафон начинался, по-моему, рождение аватара, и который предыдущий еще. И там один из эфиров безоплатных, которых был, там я рассказывала как раз о сердце, что такое сердце и откуда это берется, почему у нас сердечные заболевания, как с этим связано, как с этим связаны финансы. Я там очень подробно об этом рассказывала. На YouTube это в открытом доступе есть этот эфир. И люди, не предполагая, что не получая свою энергию денег, не беря свою энергию денег, не зная, как ее взять, выезжают за счет энергии чужого, беря энергию чужого в кредит себе. То есть он в любом случае попадает в долговую яму перед самим собой. Оплачивает он деньгами, не оплачивает на что-либо деньгами, пользуется он денежными какими-то ресурсами или не пользуется, это вообще не имеет никакого значения. Он уже попал в долговую яму. То есть смотрите, как это работает. Например, у меня, про себя я буду давать рассказывать. Например, у меня просят, чтобы я дала информацию без оплаты, неважно какой, марафон, консультацию, еще что-то. Если я на это соглашаюсь, то, во-первых, я соглашаюсь себя обесценить, то есть я говорю: хорошо, моя энергия настолько неценна, что я готова без энергетического потока тебе ее отдать. Во-первых, я сразу же снижаюсь в вибрационном поле. И тот человек, что происходит с тем человеком, который просит это? То есть он, беря мою энергию, он же ее не может просто так взять. Куда он ее возьмет? Ему нужно освободить место. Все, давай туда. Не мешайте мне эфир нести. У меня тут все, целый зоопарк. И кот, и собака. Беря мою энергию, не отдавая свою, то есть не освобождая какое-то место, полочку в своем шкафчике, в своем шкафчике жизни, он мою энергию утрамбовывает. И когда мы утрамбовываем, попробуйте утрамбовать что-либо, у вас это стухнет, заплесневеет, испортится, все что угодно, только не принесет пользу. Все, что без доступа к воздуху, все, что не в пространстве, которое будет в обтекаемом состоянии, информация, это вещи, это какая-то там еда, вообще абсолютно не важно. Если это что-то утрамбовано, это не принесет ничего хорошего. И когда мне люди говорят: ну давайте без оплаты, что вам стоит? Стоит. Вам в первую очередь стоит. Но в этом случае я думаю не о вас, я думаю в том числе о себе, почему я должна обесценивать себя за счет того,
что ты уже изначально обесценил меня. Понимаете, как это происходит? И вот эта вот напускная благость, вот я такой весь благостный. Когда ты идешь в осуждение, ты уже не можешь быть благостным. Если ты хочешь жить без денежного потока, без денежного ресурса, это твое право, ты имеешь на него право. Но когда ты вовлекаешь другого, осуждая его, ты автоматически себя перекручиваешь, тебя это злит. Если тебя это злит, значит, это в тебе не проработано. Если бы тебе было без разницы, я знаю таких людей, которые путешествуют без денег, живут без денег, все делают абсолютно без денег, но они никого не вовлекают в свой путь. Это их игра, это их познание себя в новом качестве самого себя. Это их познание в новой плотности. А как они так будут существовать? А какие люди к ним притянутся? А какие люди с ними повзаимодействуют на таких условиях? А будет ли это? Но это идет без осуждения, это идет через интерес, это идет через раскрытие нового, новой плотности. И это абсолютно по-другому.